Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Asus Zenfone 8 Flip. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», после чего спускаемся вниз и нажимаем на пункт «Система». Здесь нажимаем «Язык и ввод», после чего выбираем «Экранная клавиатура», затем «Gboard» и выбираем «Языки». Здесь мы выбираем, какие языки нам нужны, какие не нужны, собственно. Вот здесь можем какой-то удалить, например, мне латиница не нужна, потому что она не исправляет текст никакой, ни русский, ни английский, никакой, собственно. Я хочу добавить вместо латиницы английскую клавиатуру. Давайте английскую и индонезийскую, к примеру. Давайте добавим сначала индонезийскую, выбираем раскладку, потому что их есть несколько. Индонезийская обычная, кверц, азерти, дворок, колмак, ну и пацешная. Давайте пацешная будет. То есть версия пока, а QWERTY отключим. Вот. И нажимаем «Готово». Можем добавить еще английскую. Английская у нас будет обычно QWERTY. А давайте не просто. Давай выбираем регион, конечно, английской клавиатуры, там в зависимости, чтобы исправляла правильный текст. И можем ее комбинировать с индонезийским, потому что, в принципе, это латиница, это латиница. Можем не комбинировать. Я не хочу комбинировать, например. Многоязычно отключаем. И я хочу выбрать две раскладки. Я хочу QWERTY и хочу AZERTY. Нажимаю «Готово». И теперь смотрите, как все это дело у нас будет работать. Находим любое поле ввода текста и видим русская клавиатура. Если мы нажимаем «Будем удерживать», мы, собственно, можем увидеть на пробел. Мы, собственно, можем увидеть все наши раскладки. Индонезия «ПК», английская «QWERTY» и английская «AZERTY». Да, вот нажимая на глобус, мы видим, собственно, это у нас индонезийский и английский. Будет исправлять текст на индонезийский, если вдруг что-то будем ошибаться где-то. И у нас тут пока что на клавиатуре видим QWERTY, сразу тут кнопочки всякие разные. То есть скобки, не знаю, слэши оба, ничего удерживать не нужно. Все сразу нажимаем и сразу все рисуется. Также нажимаем опять сюда же, и вот английская, и английская AZERTY, видим AZERTY. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео, надеюсь, оно было для вас полезно. Если это действительно так, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам всего самого хорошего и до скорых встреч. До свидания.